Павлодарцы установят мемориальную доску на месте погребения Жусупека Аймаутова в Москве. Об этом сообщили в Акимате области. Администрация региона получила ответ от Центрального архива ФСБ России на свой запрос. В нем сообщается, что известный писатель, один из основателей казахской драматургии, похоронен в братской могиле на Ваганьковском кладбище. До этого установить точное место захоронения долгое время не могли. Жусупека Аймаутова постигла судьба многих репрессированных деятелей интеллигенции того времени. Его арестовали в 1929 году. После длительного следствия в 1931 заочно приговорили к смертной казни. Известно, что последние дни своей жизни он провел в печально известной Бутырской тюрьме. И вот в год 125-летия писателя тайна раскрыта. В Павлодаре в честь юбилея Аймаутова в сентябре установят бронзовый памятник, а в Москве у братской могилы появится мемориальная доска писателя. От ФСБ, архивов ФСБ, пришел ответ о том, что Жусупек Аймаутов захоронен на Ваганьковском кладбище в братской могиле вместе со всеми репрессированными в то время. В связи с этим, в этом году мы теперь планируем до осени, да, посетить предполагаемое место захоронения, там, поскольку стоит просто табличка о том, что похоронен здесь репрессированный. Это было установлено в 1994 году, как нам в ответе сказано. Но вместе с тем мы хотели бы установить свою табличку о том, что именно здесь захоронен наш великий писатель.